Всем привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «Кулинарная тема». Сегодня, ребят, у нас будет очередное блюдо в казане на природе. Сегодня мы будем готовить кальмара с овощами в азиатском соусе. Все будет максимально вкусно, очень быстро готовится это блюдо. Самое главное – все нарезать, а потом все готовится буквально 10 минут. Так что давайте будем смотреть на ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся. Понадобятся нам сегодня тушки кальмара. У меня без щупалец, просто тушки. Они у меня были не очищены, я их сам очистил. Если не хотите возиться, это очень занимает долгое время, берите уже очищенные тушки кальмара. Здесь у меня 800 грамм. Дальше нам понадобится 4 шампиньончика, имбирь, 4 зубчика чеснока, 1 жгучий перец чили, также сладкая паприка, большой довольно-таки перчик, красный лук, 1 лимон. Соус мы будем делать устричный соус, соевый соус, подсолнечное масло, рыбный соус и немножко горчицы. Вот такие вот ингредиенты. Давайте будем готовить. Начнем приготовление соуса, так как ему нужно настояться. Берем устричный соус. Все граммовки, ребят, как всегда, в описании под видео будут. Соевый. Рыбный. Чуть-чуть горчицы. Она придаст нам пикантность. И чуть-чуть подсолнечного масла. Все это перемешаем. Так, пробуем. Чуть-чуть добавим сахара. И еще чуть-чуть горчички. Опять все перемешиваем до полного растворения сахара. Вот теперь отлично. Пускай соус у нас настаивается. А мы пока нарежем все, что нам нужно нарезать. Имбирь. Можете тереть его на терке, кому нравится так. Я вот нарезаю. Просто на такие длинные полосочки. Имбирь мы нарезали. Дальше чеснок. Просто его раздавим. Чеснок мы тоже нарезали. Дальше нарежем перец чили. Ну вот, ребят, вот у нас основа для азиатских блюд. Уже готова. Это имбирь, чеснок и чили. Нарежем грибочки. Грибы я режу всегда крупно. Вот так вот, где-то сантиметр толщиной. Чтобы я люблю, чтобы они чувствовались. Много грибов нам здесь не надо. Просто чтобы они были. Они нам дадут сочность. Теперь лук. Вот так. Все. И вот так вот его разделим. Вот такие большие части лука у нас будут. Он немножко прогреется, станет такой сладенький. Будет очень вкусно.
Обжаривать мы все будем на сильном огне, очень быстро. Практически так же, как в воке, только будем готовить в казане на костре. Вот, посмотрите, вот столько лука у нас получилось. Довольно-таки много. Теперь мы нарежем перец. Тоже крупно. Это у нас пойдет на бульон. Здесь перегородки, которые нам не нужны, мы вырежем. И вот так вот крупно. Вот такими большими кубасами будем все это дело резать. Теперь мы нарежем кальмар. Тушки будем резать вот такими довольно-таки толстыми кольцами. В процессе нагрева они чуть-чуть подвернутся. Будет вот так вот. И выглядит красиво. И удобно будет отобрать все на вилочку, либо как чем вы едите, палочками. Очень удобно будет это все дело зацепить. А плавники, которые сзади вот у кальмара, их мы просто нарежем вот такими вот широкими полосками. Да, ребят, не забудьте, у чищенного кальмара и у нечищенного внутри есть хитиновая палка, как кальмарный позвоночник, можно так сказать. Его нужно обязательно доставать. То есть он есть и в чищенных, есть и не в чищенных. Его обязательно достаем, убираем. Кальмар у нас есть. Отправляем его обратно. Вот такие вот колечки у нас получаются. Довольно-таки широкие. Ну вот и все. В принципе, нарезка у нас заняла буквально 10 минут максимум. Сейчас идем разжигать очаг и начнем готовить. Огонь у нас горит. Ставим казан. Казан у нас прогрелся, наливаем немного масла по стеночкам, совсем чуть-чуть, буквально миллилитров 30-50, много нам масла не надо. Казан у нас прогрелся, первым делом отправляем имбирь, чеснок и чили. Быстро это все обжариваем. Вот так вот буквально в течение минутки обжарили имбирь, чеснок и чили. Теперь отправляем сюда лук с перцем. И также это все обжариваем. Постоянно помешиваем, чтобы у нас ничего не пригорало. Ну вот, смотрите. Лучок уже стал мягким. Перец тоже. Сейчас сюда отправляем грибы. Буквально минутку вместе с грибами. Половину соуса. Чтобы дать уже аромат. И кальмар. Выливаем сюда остатки соуса. И жарим буквально 1,5 минуты. Ну что, ребят, прошло у нас 2 минуты, как мы закинули кальмар. Все у нас, блюдо у нас готово. Посмотрите. Больше его жарить не нужно, потому что он превратится просто-напросто в резину. Этого времени вполне достаточно. Снимаем казан с огня и идем сервировать и пробовать. За кадром мы сварили риса.
Это самый лучший гарнир к этому блюду, на мой взгляд. Потому что там есть соус, который обалденно впитает рис в себя и будет очень вкусный. И сверху положим кальмарчиков с овощами. Вот такая вот красота. Сверху можно вот так вот покрошить свежей зелени. Прям руками. И же посыпать жареным кунжутом. Посмотрите, как это вкусно выглядит. Ну что ж, попробуем. Начнем с кальмара. Мягкий. Соус, ребята. Обязательно добавляйте горчицу. Она дает просто невероятный аромат. Все это с рисом. Лучок просто карамельный. Перчик немного подхрустывает. Это очень вкусно. Очень вкусно. Всем советую, ребята, готовить такое блюдо. Можно готовить это блюдо в сковороде дома. Получается тоже очень вкусно. Все ем и ем, не могу остановиться. Ну вот такое вот блюдо у нас сегодня, ребят, получилось. Довольно-таки простое, но в приготовлении. Очень вкусное. Очень полезное, можно так сказать. Овощи, белок, то есть кальмар. Ничего здесь такого нет. Тут немного масла. Ну, конечно же, обжарено в казане. Но все равно это очень вкусно и полезно. Если видео вам понравилось, ребят, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ссылочки на соцсети будут в описании под видео. Также граммовки и список ингредиентов. Все будет в описании под каждым видео. Ну, и на этом у меня сегодня все. Всем пока, друзья. До новых встреч.